Привет, друзья! На связи с вами вновь Куликов Сергей, сайт focusatmoryka.ru. Сегодня 1 марта 2015 года, и я снимаю это видео почему? Потому что прошел февраль месяц, и это значит, пора объявить 3 лучших комментаторов февраля 2015 года. Плюс в этом видео я дам вам информацию такую новенькую, то есть 2 важных новости, которую, думаю, вас заинтересует. Ну и, конечно же, поздравляю всех с первым днем весны. Наконец-то зима кончилась. Мне лично она порядком осточертела. Вот. Так что будем ждать тепла. Ну да ладно. Сундук моряка уже готов раздавать подарки для победителей. Поэтому предлагаю переместиться на наш стол и посмотреть, кто стал финалистом. Ну что же, друзья. Давайте приступим к обзору наших финалистов. И мы переходим к третьему месту. Третье место получает у нас комментатор с ником Дима Чичкин. И его комментарий к моему недавнему видео, которое называется «Контроль тузов Эда Марло». Так, что же получает у нас Дима? А Дима у нас получает... вот такую вот колоду, которая называется Би. Классические карты Би. Немного я даже завидую матросу Чичкину, потому что мои Би уже изрядно истерлись. Но, тем не менее, парень выиграл, и это теперь его. Итак, второе место и комментарий, который мне также сильно понравился, это пользователь с ником Варвара Куликова. Варвара у нас не матрос, она русалка. Вот. Должен сказать, очень активный комментатор моего канала. И мне понравился ее комментарий к видео про фальшивую тасовку лестницу. Итак, что же получает у нас Варвара Куликова? А Варвара Куликова получает у нас... Варвара Куликова получает у нас вот такую вот колоду Bicycle Jumbo Index. То есть классические карты Bicycle, но с увеличенным индексом. Итак, это наши русалки Варваре. Далее, первое место и комментарий, который меня больше всего зацепил. Комментарий, который мне понравился более всех, это пользователь с ником... Дмитрий Синев. Или Синев. Не знаю, может быть ошибся, дико извиняюсь. И его комментарий к видео, к фокусу коллекционера. То есть парень постарался и придумал даже такое небольшое стихотворение, которое мне понравилось. Итак, что же получает у нас Дмитрий? А Дмитрий из сундука моряка получает вот такую вот колоду Bicycle Распечать. Офигительная колода в 36 карт. Ну что ж, друзья, финалисты наши объявлены. Так, да, хочу сказать, что конкурс, конечно же, продолжается. То есть в марте я жду ваши комментарии. Вот, также будем определять лучшего. Ну, по поводу Bicycle Распечать, конечно же, я пошутил, все понимают. Так, Дмитрий Синев получает у нас на самом деле колоду Bicycle Steampunk Gold. То есть за такой комментарий не жалко подарить такую клевую колоду. Итак, вот наши победители. Дима Чичкин, Варвара Куликова и Дмитрий Синев. И эти карты отправятся к ним в руки. Так, сундучок моряка мы пока что уберем. И хочу сообщить вам первую новость. Первая новость заключается в том, что теперь у нас победителей будет 4. Также, значит, мы продолжаем комментировать. Также я буду выбирать лучших. То есть,
те комментаторы, которые напишут действительно что-то цепляющее, что-то такое классное там вот. Ну, когда человек пишет от души, это сразу заметно. Поэтому я это, естественно, замечаю. Вот. Поэтому три комментатора также лучших у нас остаются. Но появляется еще и четвертый. Но вот четвертого комментатора я буду определять по степени его активности. Да, я понимаю, что карты хотят все получить, но не все могут красиво и помпезно выражать свои мысли, как, например, вот эти ребята. Поэтому я в конце каждого месяца буду определять самого активного моего комментатора. И тот человек, который за март месяц напишет больше всего комментариев, точнее, не больше всего комментариев, который проявит самую большую активность, то есть будет там лайкать, дизлайкать, писать комменты, добавлять куда-то в избранное, делиться и так далее. То есть YouTube это автоматически мне показывает, то есть кто самый активный на данный момент. И я буду этого пользователя показывать, да? То есть давайте я вам сейчас покажу, как на YouTube это будет выглядеть. Итак, друзья, как же я буду выбирать самого активного пользователя моего канала? Для начала скажу, что всех самых активных пользователей YouTube автоматически переводит в разряд поклонников. То есть я захожу на свой канал, сейчас вот, например, 28 число, 28 февраля 2015 года, я снимаю это видео. Также в конце каждого месяца, там 30 или 31 числа, я буду заходить вот сюда, и буду выбирать своих поклонников. То есть те люди, которые постоянно у меня присутствуют на канале и что-то делают, что-то комментируют. Комментируют, смотрят, там ставят лайки, дизлайки, добавляют куда-нибудь там в избранное, делятся и так далее, и так далее, и так далее. То есть все вот эти ваши действия YouTube учитывает и потом все это складывается в активность поклонника, да, пользователя. Вот смотрите, сейчас по умолчанию у меня стоит, по умолчанию просто, да? Я же беру в конце месяца, да, и выбираю активность пользователя. И YouTube мне отображает людей, которые на данный момент самые активные. Выбирать я буду только одного, того, кто стоит впереди всех. Вот на данный момент, например, это пользователь с ником JohnGR. Джуниор, я так понимаю. Далее идут Слава Полищук, Владислав Лепиничев, Марат Асылов и так далее, так далее, так далее. То есть это люди, которые вот самые такие вот активные у меня здесь на канале. Постоянно что-то делают, комментируют там и так далее. Но самый активный на данный момент JohnGR. Также я могу вот зайти, посмотреть последние его действия, то есть что он сделал. Там оставил комментарий к видео такому-то, оставил комментарий к видео такому-то, там к такому-то и так далее, и так далее, и так далее. Ну, здесь все не показывается, здесь показываются только недавние действия. Итак, так что, друзья, я думаю, здесь ничего сложного нету. В конце месяца я захожу и выбираю самого активного поклонника. Итак, друзья, значит, мы посмотрели с вами, да, как это я все буду отдела определять. И комментатор, лучший комментатор, да, самый активный поклонник, будет получать призы также на выбор. Либо 300 рублей деньгами, либо колоду карт, либо, и вот это вот новость номер 2, либо он будет получать мой курс на DVD-диске, который называется «Нечестное преимущество за игровым столом». Теперь этот курс доступен на DVD, то есть... Если человек захочет именно его, я этот диск ему отправлю. То что из себя представляет диск? Диск обычный, привычный нам всем DVD-диск. Такая вот коробчонка. Открывается. Здесь находится диск. То есть на котором записан мой курс, в котором находится бонус в виде алгоритмов для покера. Вот такие вот подарки ожидают самого активного пользователя. Также есть ребята, которые, я знаю, хотели заказать именно диск, а не электронную версию. Кто-то хочет именно, чтобы коробочка была. Кто-то живет в деревне, там очень-очень медленный интернет, либо его вообще нету. И человек теперь может заказать курс именно диском. Ну что ж, друзья,
Это были все новости, которые я вам хотел рассказать. Огромное вам спасибо за комментарии. В этом месяце, в феврале, комментариев было еще больше клевых. То есть я действительно вчера целый вечер сидел и выбирал то, что мне наиболее понравилось. Ну что ж, март месяц покажет, кто у нас будет тремя лучшими комментаторами и кто будет самым активным комментатором. Ну что ж, друзья, судно моряка у нас набирает обороты. Если ты до сих пор не на моем борту, то кликни по пентаграмме с изображением кораблика и добро пожаловать на судно. Ну что ж, на связи был Куликов Сергей. Пока!